Мы поднялись на какую-то астрономическую высоту, в знаменитую башню «Жемчужина Востока». Это телебашня шанхайская. Отсюда открывается вид на этот причудливый космический лес домов Шанхая. Ну, потрясение. Сегодня, к сожалению, вот идет дождь в Шанхае. А вчера мы вечером въезжали в ночной город. Он весь подсвечен. Как космические корабли стоят, дома. Зрелище непередаваемое. 31 век. Самый большой город мира. Так, это у нас, по-моему, Хуанпу, приток Янцзы. Вообще, это вот сам Шанхай находится в дельте Янцзы реки, Великой Китайской реки, впадающей там на стыке, значит, Желтого моря и Восточно-Китайского моря, по-моему. Надо посмотреть карту. Вот это вот наш отель, отсюда виден вот канал, который впадает в Лампу. Вот он канал. И вот чуть-чуть в глубине наш отель Greenland. Вот он. Это река. Хуанпу, Хуанпу. А вот это вот знаменитая Нанджин Роуд. Западная часть называется Пуши, потому что Ши западная. Вот Нанджин Роуд. Самая большая в мире торговая улица. Отсюда начинается. Я иду по тому самому стеклянному полю, развлечение любимое китайцев. Вот подо мной находится Шанхай.